Lifte. Der Kaiser. Buffetik. Сто восемьдесят девять, да. Ага. Роял. Огромная ваза. Так, диванчики 99 и что-то 100 с чем-то. Эта ваза тоже очень древняя, это Хёкст. Давайте посмотрим. Неудобно одной рукой, конечно, все. А нет, это Егерс. Да-да. Это Егерс. ПМР. Да. Большая ваза. €49. Большая. Огромная. Красивый Тиршин ролик. Тарелки красивые.
Классная форма, да, вообще такая. Блюдо. Такая, знаете, навороченная такая. Классная форма. Мисочка супер. Удобная такая вообще. Ух. Петеринка. Неплохо, да, вообще смотрится. Это же какая-то фирма, блин. Сервизик. Тоже, кстати, это Миттертай. Хорошая фирма. Недорого и круто. Картинки какие-то. Вот картина крутая, кстати. Это вообще песня. Причем из таких обрезков вообще. Да, ложись. Причем 2000, я думал, 26 год. Это из будущего, я думал, картина. Она, оказывается, из прошлого, 2006. Ну, это просто, это фу. Какой сюжет, какие страсти вообще. Тьфу. Тут есть первое, второе и третье дно. Вот классная вещь тоже. Но это не... Это печать. Это печать. За мной все время кто-то идет. И это у меня не мания преследования, это действительно так. Как в песне, такая песня классная, помню, люблю ее. Зачем, зачем ты за мной идешь? Зачем, зачем ты чего-то ждешь? Зачем ты спрашиваешь меня, люблю ли тебя? Не надо больше за мной ходить. Не надо больше меня ловить. И вот так далее, тра-ля-ля, судьба твоя. Это я уже насочинял, конечно. Потому что если правильно спеть, круто, YouTube пришлет вам привет. Такие вот обилие
Большое обилие. Чайных трио. Ну, пацаны кайфуют до сих пор здесь. Так, еще сервизы, еще сервизы. И опять сервизы. Польские варианты. Какая картина прикольная, 59. Рама. И такая, знаете, она как подушка. Кстати, хорошая идея, между прочим, да? В одном флаконе тебе и картина, и подушка. Насмотрелся на картину, да? Отключился. Упал мягко, красиво. Как говорится, искусство просто в тебя. Интересная вещь, кстати. Круто. Вот фирменная кружка. Кстати, ёшка. Ёшка, это очень круто. Древние какие-то. Что это? Ну, это очень старое что-то. Тяжелый. Ну, какая лампа. Фитиль. Это действительно петролеум лампа. Большая лампа, большая. Винтаж, кстати, очень хорошая позолота. Качественная. Качественная. Сколько она стоит? Ага, 15. Фух, господи. Копейки. Что такая люстра? Кстати, показываю распятие. Саквояж классный.
Какая картина? 159. Классная. Большая. Видно, что это, конечно же, масло здесь просто килограммами просто. Такой вот альпийский пейзаж. Альпийская тема. Недорогой сет. Это Эшенбах. Уже лампа. Ага. Alles in Ordnung, ich habe keine Angst.